Азат Ельдин Арнамысы Атазан. Круглый стол под таким названием прошел в Петропавловске. Организовал его Центр молодежных инициатив. О чем говорили на встрече, расскажет Кристина Горбаченко. Когда была принята вторая конституция независимого Казахстана, которая действует до сих пор. Встречу с молодежью организаторы начали с викторины. Все вопросы касались Конституции Республики Казахстан. Школьников тестировали, знают ли кто и когда принял этот закон, сколько в нем статей и разделов. И мы считаем, что долг каждого гражданина знать свои законы, знать свои права. И именно поэтому сегодня присутствуют школьники, чтобы осветить данный вопрос и проверить их на знание Конституции. За круглым столом говорят о простом и в то же время важном. Для чего нужен стране основной закон? Участники встречи солидарны во мнении, что Конституция – это незыблемый гарант прав и свобод каждого казахстанца. Например, статья 15 определяет право на жизнь, 16-я – личную свободу. О неприкосновенности достоинства написано в 17-й. Сара Муканова – учитель истории. На уроках старается донести школьникам смысл каждой статьи главного законопроекта республики. На уроках основы права. И проходим историю Конституции на уроках истории Казахстана. Мы обращаем внимание прежде всего на осознание того, чтобы наши дети, ученики понимали, что они тоже члены общества и вносят свой вклад, вырастая. Главная обязанность – это их, они сами знают, получать отличные знания. Каждый ребенок имеет право участвовать в олимпиадах, конкурсе проектов и так далее. То есть в нашей школе права детей защищены, гарантируются, можно сказать. Но вместе с этим есть обязанности, которые дети должны выполнять. 30 августа Конституции нашей страны исполнится 21 год, а в декабре Казахстан отметит 25-летие независимости. Кристина Горбаченко, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.